Где можно купить работы молодых красноярских художников, увидеть лучшие спектакли Екатеринбурга и поучаствовать в эфире московского радиошоу? Обо всем этом, а также главных кинопремьерах расскажет Денис Денисов в рубрике «Афиша». Эту кинонеделю можно назвать ностальгической. В пятый раз в образе Рэмбо на экраны возвращается Сильвестр Сталлоне с подзаголовком «Последняя кровь». В российско-китайском фэнтези «Тайна печати драконов» поединки сойдутся Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер. Ну а те, кому не очень интересно следить за нарезкой драк и спецэффектов, скорее всего, пойдут на фильм «Yesterday» английского режиссера Дэнни Бойла. Он уже не раз доказывал, что одинаково хорош как в постановке зомби-хорроров, так и спектаклей английского театра. В его новом музыкальном фильме он фантазирует на тему, что стало бы с миром, если бы все на свете забыли о существовании группы Beatles, кроме одного парня. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes. Уже завтра в Красноярский театр Пушкина с большими гастролями приезжает Свердловский театр драмы. Начнут с «Чайки Чехова» и до 27 сентября покажут 6 своих самых актуальных спектаклей. Большинство пьес созданы по мотивам произведений классиков Шукшин, Дюма, Островский, тот же самый Чехов, но в самых неожиданных интерпретациях. Не тяните с покупкой билетов, ибо на некоторые события они уже распроданы. В эфире наших новостей мы стараемся почаще рассказывать о молодых красноярских художниках. Ну а теперь каждое воскресенье у вас есть возможность не только самим с ними пообщаться, но и приобрести что-то из их работ. В 17 часов начинается очередная ярмарка «Пушка», куда они приносят свое искусство. Изначально несколько месяцев подряд они собирались в сквере имени Пушкина, отсюда и название. Правда, в связи с ухудшением погоды приходится искать закрытые площадки. Например, на этой неделе их приютил бар «Вписка». И там будут не только совсем молодые красноярские художники, но и те, что регулярно выставляются как в местных галереях, так и в других городах. Людям, которые интересуются этим, будет полезно это все увидеть, потому что это воочию наблюдение за становлением красноярского молодого искусства. И также это очень круто для тех, кто хочет домой себе, например, приобрести какое-то молодое искусство, которое отличается от обычных натюрмортов или каких-то картин из масс-маркета. В понедельник, 23 сентября, команда известных радиоведущих «Стар Перцы» выйдет в эфир прямо из Красноярска в рамках своего большого тура по городам России. Их утреннее шоу на волнах нового радио уже давно и горячо любимо поклонниками русской поп-музыки. И с 11 до 15.00 их мобильная студия будет работать в ТЦ «Планета», куда может прийти любой желающий и принять участие в интерактиве. Привет, Красноярск! Мы «Стар Перцы». И мы едем к тебе! Приведем мой радиоэфир из твоего города на всю страну. Следите за афишей, и дни будут становиться только интереснее. Денис Денисов, Владимир Фетисов, 7 канал.